что... ребят, ну, в общем... Короче, ребят, я не знаю, что делать. Ну, в общем... Да вы сами все видите, да? Да к черту, пошли на следующий уровень, чем плохи. С какой стороны на нас нападут? С этой стороны на нас не могут напасть. В этой комнате нет, в этой комнате нет, в этой нет и в этой нет. Ага. Значит, мы можем просто отключить вот эту комнату. Включить вот эту и все. Что-то, ребят, нам, короче, фартануло, кажется. Нам надо вот здесь поставить защиту. И вот здесь поставить защиту. А женщина просто побежит. Нет, давайте мы его поставим вот здесь для начала. А потом... Не, чувак, чувак, нет, никаких Тимати, пожалуйста. Так, стоп. Ты. Бежишь за ней? Нет, ты идешь сначала к нему. На всякий случай. Так, опа. Стоп. Теперь вы бежите сюда, оба причем. Нет, ты чуть-чуть позже. Тактика. Есть. И вот сюда. Все получается. Ребят, что-то нам, короче, фартануло на этой карте вообще. Просто как батя. Сейчас играем. Может, это потому, что мы втроем? Я встану. Аккуратнее. Basic Training. Ей! Кто напевает эту мелодию, хватит, или я прибью тебя. Оу. Мне просто не петь Boys of Baggy Town. Фу, блин. Boys of Baggy Town. Ребят, у нас выход рядом. Вот. Знаете, что будет обидно? Слиться на этом уровне. Пиар, значит, да? Ну-ка, что же нас ждет? Подождите, давайте посмотрим. А, или типа... Это было слишком просто. Это было даже не просто. Это было слишком просто. Блин. Попыток 2. Убито монстров 2500. Открыто 224 двери. Нанято 3 героев, потеряно 5 героев. В смысле, это всего. Ну что, ребята. Вот, смотрите, у нас сложность только 2. Кстати, Фантомик спрашивал, типа, где сложность? А я не знаю, где сложность. Есть слово просто и слишком просто. Знаете что, раз мы сегодня закончили, то мы выходим из игры. Справедливо, правда? Я думаю, мы на сегодня заканчиваем, потому что уже почти час ночи. Сейчас мне придут орать соседи. Нет, они не приходят. Просто... Вот я не знаю, я просто их не сделаю. В смысле? На выход? Нет, нам просто будет слишком сложно, чувак. Правда, ну я же даже на слишком просто еле-еле прошла все это. Нет, 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 не сейчас. Давайте, знаете что, я когда-нибудь обязательно перепройду эту игру. Ну, по крайней мере, на просто, может, даже на... О, господи, среднем. Может быть, когда-нибудь даже на нормале. Но не сейчас. Знаете что, мы сейчас тихо, лампово так прям... Тихонечко пойдем покатаемся поезда. А что, вы думали, с поездами мы закончили? Нет. О-хо-хо-хо-хо-хо. Поезда. Так, сейчас мне нужно настроиться пару минуточек, даже меньше.
В смысле, на меня или на тебя? Так, давай. Параметры. Есть! Вот. Игра пошла. Шикарно. Погнали теперь. В общем, я напоминаю, что мы расслабляемся. Развлекаемся. Антомик, научи меня писать ботов, короче, как у тебя, чтобы, знаешь, была ссылочка на группу, ссылочка на все остальное. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Поехали. У нас одиночная игра. Напоминаю, что на чем мы закончили. Я сама уже не помню, на чем мы закончили. Какое-то из этих автосохранений. Давайте мы после девятой начнем заново. Или, может, не надо? Нет, давайте начнем заново. Так. Пересекая Альпы. Давайте мы не будем проходить вместе. Давайте Восточный экспресс. Вот Восточный экспресс. Зашибись. Вот славная история Восточного экспресса. Эта железная дорога одна из самых известных в мире. Она овеяна романтикой. Прокладку начали в 1883 году. Дорога должна была пересечь границы многих стран, что и сейчас непросто. А в те времена было почти невозможно. Начиналась она в живописной... Знаешь, это не я управляю этим разрешением, я ничего не могу сделать. В древнем Стамбуле, в Турции. Пустить поезда по этому маршруту... А ты донатер, значит? Почти непосильная. Ну, хотя по тебе видно в том плане, что... Справится ли с ней наш кандидат в магнаты? Какие-то розыгрыши постоянно. Круто, конечно. Как сказать, нам нищебродов не понять. И что? Что нас ждет? Музыка! Ух, какая музыка, ребят. Все, мы слушаем музыку и развлекаемся. Восточный экспресс был воплощением железнодорожной роскоши. Вагоны ресторана с изысканным меню и спальни, вагоны с бархатной мебелью. Труднее всего и политически, и технически было обеспечить проезд через несколько стран. Ваша задача – получить на этом сложном маршруте прибыль и славу. Бронзовая медаль – синий Вена Стамбул. Так, серебряная Вена Стамбул и экспресс на 20 миль в час. Дальше. Золотая Вена Стамбул доведет среднюю скорость до 30 км в час, миль в час. Или выше. А собственный капитал не менее чем 15 миллионов долларов. Чего не получилось? Стрим запустить или что? Так. Напоминаю, что мы займемся тормашкой Industries. Итак, прежде чем заняться Восточным экспрессом, вы успешно вели дела в некоторые неизвестные нам области. Во что же вы вкладывали деньги? Финансовые операции, науку и технику, фабрики, строительство, политику и искусство. Наверное, мы будем вкладываться в финансовые операции, поскольку у нас не хватает денег. Значит, нам нужна Вена и до Стамбула? Или нет? Нет, меня, наверное, глючит, да? Так? Нет, Вена и Стамбул. А где Стамбул-то? О, Бухарест. Где Стамбул? Ребят. Короче, задача сложнее. А, вот он. Ну, в общем, да, нам надо провести дорогу через всю карту. Плюс у нас нету никаких дополнительных требований, типа того, что мы можем строить дофига железных дорог. Тогда открываем нашу любимую карту и смотрим, что откуда мы можем перевозить. Напоминаем, что у нас... Пока-пока. Спасибо тебе за сегодня, что посидел с нами, поигрался. Не нравится? Не смотри. По-моему, отличные ушки. Мне нравятся. Хочу себе такие. Настоящие. Хотя нет, наверное, неудобно. Мы отдыхаем, чувак. Ну, то есть, серьезно, это игры, в которых я отдыхаю. Ты слушай музыку, ты понимаешь, здесь просто другая атмосфера. Ну, то есть, ты... А что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я сейчас буду пошла гонять? Нет. Нетушки, точно нетушки. Вот. Уголь. 66, 57. Можно перевозить. Чисто за счет вот этих двух предприятий. Ты на доске почета, да.
Ну, ты вредничаешь. Сейчас будешь вредничать. У-у-у. Я бы сделала вот такую ветку, если бы была. Где? Она правда... Они правда отличные? Я не знаю, что у тебя. Вот, вот, все правильно. Так, что мы можем откуда перевозить? Мы можем перевозить все отовсюду, но, блин, у нас недостаточно это денег. Мы можем сейчас соединить максимум 2-3 города. И то в лучшем случае. А ты что, найдешь? Ты чат не читаю, да? Напишешь, короче, что уши мне не идут, и типа... Слушай музыку. Расслабьтесь. Это магия. Нет, ты точно знал, думал, что я не читаю чат, и, в общем, после этого такой, типа... Какую игру? Ты о чем? А, понятно. Никогда не ставил стримы еще, в смысле? Нет, кстати, у меня есть старые игры, которые вообще хронически не захватываются, даже как окна. Я хотела погонять... Блин, ребят, я, короче, сейчас отвлекаюсь, мне надо строить железную дорогу, а вы не отвлекаете. Не отвлекайте меня. Я перестану строить железную дорогу. Мы будем просто смотреть на города. Интересно, да? Вот так вот, вот, вот. Будем смотреть на Загреб. Смотрите, нам нужен однозначно Малибор, нам нужна Вена Братислава. Честно говоря, я бы... Вена Братислава. Хорошая линия, но, как понимаю, насколько я помню, у нас здесь может быть ничего, кроме пассажиропотока. Это очень хреново. Что у нас еще здесь есть? У нас есть Белград. Что у нас по топографической карте? Ой, нам надо все вот это покупать, короче, будет. Так. Значит, 3 миллиона, 3 миллиона и 5 миллионов, то есть 11 миллионов, блин. Можно попробовать. Нет. Миллион. 100. Вот так будет выгоднее, конечно. У нас 6 миллионов всего лишь. Ложись спать уже. Серьезно, ты хотел спать еще полтора часа назад? Я не играю в такие игры, которые прям... Микроконтроль! Вау! Микроконтроль. Правда, ложись спать. Это слушаем плюс, нам хорошо. Вот здесь мы купим права всего за 6 миллионов. 6 миллионов, ужас. Так что мы будем строиться, видимо, вот так. Блин. Хотя в горы лезть. Не люблю я лезть в горы. Нет, давайте, в общем, сначала мы построимся в Вене. Вена Братислава или Вера? Нет, Вена, Самбатхей, Грац, Марибор, Вараждин, Загреб. Попробуем. Не знаю, что получится. Скорее всего, нифига, как обычно. Но это все не важно, потому что мы не разбираемся. Опять-таки. Это всего лишь стрим, это же всего лишь игра. Тихо. Смотри на эти великолепные дома. Неужели можно вот смотреть на них и хотеть спать? Эй, нет, мы не наезжаем на нашу элиту. Так, Самбатхи у нас небольшой городок. Здесь можно полустаночек поставить. Так, стоп. Рокстар 17... 117. Икс. Так. Не забудь, мы сегодня... Давай, пока. Почепа. Нет, я не буду ставить себе сейчас систему. Рокстар, мы, у нас тут привычка, мы со всеми здороваемся. Так что, Рокстар, 117x. Мы тебе здесь очень рады. Приходи к нам, пиши в чатике, чтобы было весело и задорно. Вот. У нас сегодня вот так. Может, потом еще придумать что-нибудь другое, какое-нибудь другое приветствие, которое будет выглядеть не так глупо, но пока что так. Вот, а мы продолжаем гонять в поезда. Что у нас есть? Хорошие поезда с хорошей скоростью, есть плохой. Ну, собственно, все видели. Это просто поезда. Здесь очень плохая надежность. Аргументов. Тебя мне тоже надо поприветствовать, хотя в чате мы с тобой уже поздоровались.